Разлука наша нас душит и нас тянет друг к другу больше, чем когда-либо. Я вижу это и в двух последних твоих письмах, полученных вчера, которые я перечитываю со счастьем и в то же время состраданием. А теперь самое главное, свет мой. Ты писала, что вы собираетесь в Париж. Так вот, хочу обрадовать тебя, вернее, я надеюсь, что это тебя обрадует. Я еду туда же в эти же дни с официальным визитом. Сообщи мне, ангел мой, в какой гостинице вы остановитесь. И я сразу же свяжусь с тобой. Твой навсегда. Рылеев здесь? Здесь. Проси. Доброе утро, Ваше Величество. Здравствуй, Александр Михайлович. У меня к тебе опять просьба. Отправь это письмо той же Аказии. Только обеспокойся, чтобы ни этот, ни Шувалов ничего не пронюхали. Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Мой человек абсолютно надежен. Надеюсь. Иначе наша с тобой поездка в Париж ни для кого не будет сюрпризом. В Париж? Пуркапа, генерал. Признаться, я чувствую себя несколько усталым. Впрочем, если хотите, вы можете оставаться. Ваше Величество, я ради государя готов на все. Но только не это. Тогда спать. Саша, прости, что беспокою. Я хочу прогуляться немного. Что-то голова разболелась. Хорошо, государь. Я сейчас буду... Нет, я один, не беспокойся. Вот только у меня совсем нет денег. Ты не дашь мне немного? Да, конечно, Ваше Величество. Прошу. Сколько? Я не знаю здешних цен. Но, пожалуй, на всякий случай, может, 100? 100? Нет, но... Тут есть 100. Спасибо. После сочтемся. Ваше Величество. Саша, ты столько раз меня выручал. Да перестань. Я скажу Хвалову, чтобы он послал своих людей. Нет. Мне никто не нужен. Я скоро вернусь. Ты спи. Завтра тяжелый день. Пульвар.
его раз повесил. Да. Son vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, j'ai cru que c'était libre. Si, si, c'est libre. On est arrivé. Au polaire. Ты помилейший, сменю картуз. Глядишь за француза и сошел бы. Половина пятого. Макграф, ну и зря же вы ему деньги дали. Может быть, он тогда и не ушел бы. Что ночью в Париже без денег делать? Ну что же, граф, полагаете, что государь на эти деньги, как простой фланер... Ничего я не полагаю, Александр Владимирович. Что я могу полагать? Не ко мне же его величество зашел перед уходом. Так. Значит, теперь все на меня будете валить. Ну что же, это в вашей обычной манере делать всех виноватыми, кроме вашей канцелярии. А где ваши доблестные агенты? А чего они не докладывают о следовании государя? Вы для чего их за счет казны в Париж притащили? Чтобы они здесь по борделям шастали? Ну, конечно. Нападение – лучшая защита. Я совершенно уверен, что сейчас мои люди рядом с государем. И скоро я узнаю все обстоятельства этого странного вояжа. И если его величество... Да если хоть один волос упадет с головы что, государя, я вас... если его величество... Извини, Петр Андреевич, что без стука, но я услыхал голоса. Ну, а я обедничал, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ввел нашего верного Шувалова... Волнение и страх. А ведь ему завтра охранять нас с тобой. Кстати, спасибо твоим людям, подвезли. Ни одного фиакра. Хоть какая-то польза от них. Ну что, господа, пора дать должное Морфею. Скоро вставать.
Сегодня у нас военный парад. Александр Владимирович, проводи меня. Саша, сделай как-нибудь, чтобы люди Шувалова не вертелись вокруг меня по вечерам. Скажем, нынче вечером мне надо быть свободным. Думаю, что и завтра тоже. Скажи, что я с тобой гуляю. Хорошо, государь. Ваше Величество, а если он узнает, что я не с вами? Тихо. Пойдем той лестницей. Заблудились, что ли? Пойдем. Так что ему сказать? А ты закройся у себя, будто тебя и нет. Ну, посиди, почитай. Я понимаю, это жертва, но сделай это ради старой нашей дружбы. Хорошо, государь. Саша. Да. И как часто мне надо будет читать по вечерам? Не знаю, но надеюсь, что каждый вечер, пока мы здесь. Все обошлось. Господь знает, что мне надо долго жить. Будь только ты со мной. Последние телеграммы принесли нам печальное известие. На жизнь государя было сделано новое покушение, но преступный замысел не удался, и вновь провидение сохранило жизнь императора. Я умолял тебя не ездить, и все говорили, не надо, эти поляки, от них можно ждать всего чего угодно, но ты перестал меня слушать. Мари, ты преувеличиваешь. Ты же знаешь, здесь пытались. Что же мне теперь прятаться, неведомо от кого? От судьбы не спрячешься. Это не судьба, Александр. Твои участившиеся прогулки, твоя поездка в Париж. Я не знаю, конечно, кто или что побуждает тебя идти против здравого смысла и моей обеспокоенности, но... Ну, полно, Мария. Никто меня не побуждает. Я знаю, Александр. Я чувствую, ты переменился за последний год. Но, Мария, так же... Нет, что ты? Ты внимателен ко мне, даже больше, чем прежде. Ты стал чаще приходить ко мне. Но, наверное, в этом-то и дело.
Ты словно чувствуешь вину передо мной и пытаешься ее загладить. Но я в самом деле ее чувствую. У меня дела, заботы, обязанности, разъезды. А ты все время здесь одна. Ты волен в своих поступках. Ты не виноват, что я не могу сопровождать тебя везде и не могу соответствовать твоим желаниям. Я говорю еще раз, ты волен в своей свободе, если она не опасна для тебя и твоих близких. Мария. Но есть дети, а ты ведешь себя так, как будто у тебя нет ответственности ни перед кем, кроме своих желаний. Но ведь это не так. Не так? Нет. Я устала, Саша. Я буду молиться за тебя. Я предложил вам, генерал, подышать свежим воздухом не только потому, что после обеда мацион крайне полезен, особенно в нашем возрасте и при нашей комплекции, но еще и потому, что лишние уши тут весьма опасны. Вы слышали о парижских приключениях нашего дорогого императора? Вы покушение имеете в виду? Нет. Ну, во всяком случае, не то. Помилуйте. А разве было еще одно покушение? Ну, в каком-то смысле. На его семейный покой, на его репутацию. Это не мои слова, императрицы. Даже так? Значит, и она знает про этот эпизод? Ну, а кто про него не знает? Только боюсь, что это не эпизод. К эпизодам мы привыкли. Это горячит, должно быть, молодит, разгоняет кровь, как говорит мой доктор, на здоровье. Даже ее величество относилось к этим шалостям весьма снисходительно. Да, как она их называла? Государевы умиления. Недурно, согласитесь. Ну, может быть, и это очередное умиление? Да не похоже. Отправиться в Париж, хотя все были против. Нарваться после одного покушения на второе. А разве не всемирная выставка была поводом, чтобы провести переговоры с Наполеоном III? Да, мне сначала тоже так показалось. Но когда выяснилось, что переговоры велись не только с ним, и не только днем, все стало ясно. Как всегда, все оказалось предельно просто. Шерше ла фам. Но, может быть, это просто совпадение? Ну, тогда и то, что они встречаются в кабинете покойного императора, тоже следует числить по разряду совпадений, генерал. О, Господи, граф, вы уверены? Естественно. То есть, естественно, я при этом не присутствовал. Но, судя по донесениям... Мой дом. Это тоже мне.
Государь. Я так счастлив любить тебя. Совсем не верю, что это может прерваться. Почему прерваться? Я в Париже был у известной гадалки. А? Ну, рассказывай. Говорят, она верно угадывает будущее. И что она предсказала тебе? Это забавно. Она сказала, что линия моей жизни прервется искусственно. Вот увидишь. Но это произойдет не скоро. Седьмой попытки прервать ее. Значит, я правильно волнуюсь. Но она не сказала, когда это случится. Может, мне тогда будет 100 лет, и я так надоем тебе. Ну, почему ты имеешь привычку шутить над всем серьезно? А потому что это единственное спасение от хандры, в которую мы все так часто впадаем, да? Меня с детства воспитывали в осознании серьезности того, что меня ждет в жизни. Но разве это не так? Так-то оно так. Но мне иногда кажется, что создан я, возможно, для иной участи, ангел мой. Я бы полагал полезным для общества, коль мы не можем повлиять на его величество, попробовать повлиять на вторую фигуру в этой партии. А ежели она расскажет все государю? Значит, надо таким способом повлиять, чтобы не рассказал. Каким же? По-моему, существует только один способ. Про что женщина никогда не расскажет мужчине? Про что же? Стареете, генерал. Стареете. Про другого мужчину. То есть вы имеете в виду? Именно. А подберете кандидатуру вы. Сумеете? Надо подумать. Но как же его свести с ней, чтобы никто, не дай бог, не заподозрил чего? Я думаю, через ее невестку. Она сама недовольна сложившимся положением. Воспользуемся этим. Милая, позволь представить тебе этих прелестных незнакомцев. Оба отменно танцуют, оба чрезвычайно остроумны, надо полагать, молоды и красивы. И оба восхищены, как вы танцуете. И оба надеются, что вы окажете им честь в следующем котельоне. Сразу двое? Мы бросим жребий. И тот, кто вытянет его, будет смотреть на то, как мы с вами танцуем. А это ваш выигрыш. Надеюсь, вы тоже окажетесь счастливым. Голову из-за вас. Я буду звать на помощь, уходите.
Я не вор, я не грабитель, я у вас ничего не возьму. Это вы. Вы украли мой покой и мое сердце. Это я молю вас. Верните мне их. Не приближайтесь, я закричу. Зачем, чтобы сбежались люди? Уходите. Я уйду, но прежде я скажу вам то, что боялся сказать днем при свете. Темнота придает мне смелости. Я не хочу ничего слышать, уходите. Не бойтесь. Я не трону вас. Кто вы? Я знаю вас? Да. Мы танцевали на маскараде. Вы один из тех, кто... Да. Какой именно? Какая разница? Вы и тогда не видели моего лица. Зовите меня господин Икс. Икс. Но вы ведь тоже не видели меня без маски. Там нет, но после да. Иногда я почти касался вас. И мне требовалось огромную силу воли, чтобы не сказать вам, это я. И вот теперь я здесь подле вас. Я знаю ваши обстоятельства. Вы в плену заблуждений. Но вы скоро станете лишней. Вас выкинут, как ненужную перчатку. Молчите, ничего не говорите. Я знаю, вам трудно признаться себе самой в этом. Вы все поставили на эту карту. А я игрок. Я знаю, что эта карта будет бита. Я умоляю вас. Выйдите из этой игры. Она не для вас. Вы прекрасны, молоды. Я помогу вам. А тот, кто рядом с вами, не в состоянии дать вам то, чего вы заслуживаете. Что вас ждет через год-два? Презрение света, жалость, слезы в подушку? Нет, нет, уходите. Вы дурно говорите. Я уйду. Но ведь то, что я говорю, это истина. Только стыд мешает вам признаться себе в этом. Отбросьте его. Я умоляю. Пустите. Уходите. Хорошо. Я уйду. Прощайте. Ну что, вас можно поздравить с очередной победой? Увы, ваше превосходительство. Как? Осечка? Не может быть. Ваше превосходительство, даже в сражениях бывают неудачи. Ну, я надеюсь, временные неудачи. Я бы хотел, чтобы ваше превосходительство освободило меня от выполнения вашего поручения. Да это не поручение, поручик. Ну, помилуй бог. Это приватная просьба, имеющая перед собой, скорее, весьма благородную цель. Хотя она может показаться противоположного свойства, но уж мне поверьте, это так. Ваше превосходительство, я не обсуждаю этот предмет, поскольку ваше превосходительство в этом абсолютно уверены. Я просто хочу устраниться от этой чести. Поручик, вы не можете устраниться. Слишком многое поставлено на карту. Что это за чувствительная меланхолия в самом деле? Вы же кутила, игрок, настоящий гусар, и вдруг на тебе. Ну, не удалась первая попытка, предпринимайте вторую. Как это такое может быть? Такой красавец, гордость полка. Вдруг кто-то ему отказывает. Где же ваше самолюбие, черт возьми? С вашего позволения, ваше превосходительство, я не хотел бы более продолжать эту тему. Разочаровали вы меня, поручик. Разочаровали. Ну, ладно. В таком деле от приказов толку мало. Ну, вторую-то часть нашего плана, я надеюсь, вы выполнили. Вторую? Я просил взять у этой особы, на время, естественно, какую-нибудь вещь. Уж это-то вы сделали? Что молчите? Сделали? И этого нет. Так, может быть, вы вообще
не сблизились с нашей особой. Мне жаль, что я разочаровал вас, ваше превосходительство. Надеюсь, что в настоящем сражении я смогу вернуть ваше расположение, ваше превосходительство. Хорошо, поручик. И, помилуй бог, что хорошего? Оба мы с вами оказались не на высоте. Так вы решительно не хотите еще раз попытать счастье? Нет. Присядьте, княжна. Вы здесь будете жить? Если ваше величество не будет против, мы живем с братом, и я хотела бы оставаться с ним. Ну, чего же, против. К тому же, в зимнем, по-моему, все фрейлинские комнаты заняты. Хотя жизнь в городе не так удобна для вас, особенно в дни вашего дежурства, но... Я постараюсь не очень вас обременять. У вас ведь, очевидно, есть и своя жизнь. Вся эта придворная мишура, весь этот блеск, все это проходит. А наше назначение — иметь семью, детей. У вас есть жених? Нет. То есть, да. Кто, если не секрет? Он? Мы пока... Я обещала никому не говорить. Да? Даже ваша императрица? Простите, ваше величество, я обещала. Странно, что он так боится огласки. Это неестественно. У него обстоятельства. Его родители против. Чем же вы им так не угодили, милые? Молода, красива. Государь говорил, что вы хорошо танцуете. Он в этом знает толк. Спасибо, ваше величество. Ну, что же вы благодарите меня? Благодарите, государь. Зачем ты это сделал? Так унизительно. Она все знает. Да что ты, Катенька, успокойся. Она даже не догадывается. Знает, я видела. Я видела, как она цедила сквозь зубы. Смотрела, как на какое-то... Тебе показалось, ты все придумал. Пустите, не трогайте меня. Идите, обнимайте вашу жену, ваших детей. Это ваш долг, мне прямо намекнули. Я партнерша для танцев. Катя, прости, я просто не узнаю тебя сегодня. Ну так узнать это тоже. Я не нравится, не надо. Ну что ж ты сердишься, голубочка? Я хотел как лучше. Я хотел, чтобы ты официально бывала при дворе, на балах. Я действительно очень люблю смотреть, когда ты танцуешь. Если вам это нравится, идите в балет. Я не балерина какая-нибудь, я живой человек. И когда мне на балу предлагают отвезти меня домой или приглашают на свидание, я устала придумывать, почему это невозможно. Это вам тоже нравится. А когда вам... Разонравится смотреть, как я танцую. Что со мной будет, ваше величество?
Но этого никогда не будет. И ради бога, перестань говорить мне лжи. А другие, на которых вы любили смотреть, вы тоже так говорили? Катя, ты сегодня невозможна. Я не знаю, как тебя успокоить. Я могу только повторить то, что я сказал в Бельведере. Как только предоставится возможность, я женюсь на тебе. Но и до того, как это произойдет, ты будешь иметь все, что может желать женщина. Женщина прежде всего хочет иметь семью. Ну, разве ему не семья? Все мои мысли, чувства, моя страсть, мои сомнения и надежды. Да мне не хватает слов, чтобы выразить все, что я чувствую, когда мы вместе. И здесь, и в Царском, и в Петергофе. Вот был Париж, а летом в Эмс вместе поедем. Ну что еще нужно женщине? Ее Величество сказала, что дети. А она не сказала, что родив 8 детей в результате... Ладно, моя радость, ты сегодня не в духе, я тоже что-то устал. Расстанемся до следующего раза, я приеду к тебе на дачу. Буду молить Бога, чтобы вернул тебе покой и твою нежность. Сашенька, ты не бросишь меня, правда? Мы всегда, всегда будем вместе. Всегда. Я клянусь тебе. Мои девочки давно уже спят. Ну, разве что. Придется кого-нибудь разбудить. Тише, тише.
Как это понимать, поручик? Проиграв более сильному противнику, вы берете реванш с беззащитным? Да еще вступаете в драку с представителями власти? Да вы знаете, что с вами будет, если храп отляжет на стол его сиятельству? Да еще в совокупности с вашей предыдущей конфузией. Вы закрыли себе всю дальнейшую карьеру. Вы в состоянии понимать это, поручик? Ах, вот как. Что же вы молчали? Это меняет дело.